видим, что качество не улучшается, соответственно, можно остановить и посмотреть на графики. Сперва посмотрим на график того, как у нас изменялась accuracy. И видим, что вот accuracy у нас подросло, и после этого начало осциллировать. Можно также посмотреть на график лосс-функции. Как правило, они менее хаотичные, потому что там уже вероятности, ну, примерно все то же самое. Если бы мы обучали ее дальше, то она постепенно начала бы запоминать датасет и переобучаться. То есть качество на валидации немножко бы подрастало. Но вот что хорошо в конвалидационных нейронных сетях, из-за того, что применяется одна и та же свертка для всего изображения, эти нейронные сети не так охотно переобучаются, как полносвязанные сети. Но вот в этой нейронной сети есть полносвязанные блоки, три полносвязанных слоя в конце. Соответственно, она состоит наполовину из конвалидационной сети и наполовину из полносвязанной. А на следующем шаге мы попробуем изменить эту нейронную сеть, чтобы у нее были лучшие результаты и она работала немножко быстрее.